Ректор Минской духовной семинарии архиепископ Новогрудский Слонимский Гурий отметил 20-летие архиерейской хиротонии. В праздничный день архипастырь совершил божественную литургию в Успенском соборе Жировического монастыря. В этот день с архиереем молилось духовенство Новогрудской епархии, братья монастыря в священном сане, а также прихожане. По окончании литургии был совершен благодарственный молебен, после чего было провозглашено многолетие. Далее со словами поздравления к архиепископу Гурию от лица духовенства епархии обратился секретарь Новогрудской и Слонимской епархии протоиерей Анатолий Герасимук. Мы молились, чтобы Господь приумножил, владыка, земные лета вашей жизни, чтобы вы долго еще нас наставляли, укрепляли в вере, и чтобы многое лето вы, владыка, также мудрой, твердой рукой вели церковный корабль, который называется Новогрудская епархия, в тихой пристани в Царствие Божие. От лица Минской духовной семинарии и Слонимского духовного училища ректора поздравил протоиерей Андрей Цигель, преподнеся в подарок икону святителя Тихона Московского. Архиепископ Гурий поблагодарил всех за молитву в день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины.